95-летний юбилей отметил накануне ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Шляхтич. Солидной датой уважаемого ангарчанина поздравила администрация округа, представители Совета ветеранов и военного комиссариата. Михаил Шляхтич прошел всю войну, призывался в 1941-м из Гомельской области, участвовал в освобождении Ленинграда, Новгородской области, Выборга и Эстонии. В 1948 году приехал в Иркутскую область строить молодой Ангарск. Сегодня он на заслуженном отдыхе и делится секретами своего долголетия. Жирное нельзя, копченое нельзя, кашку и ту без жира. Вот я живу только, значит, на лактовите у меня фрукты. В день юбилея праздничный китель Михаила Шляхтича пополнили еще две награды. Это медаль за верность ветеранскому движению и боевое братство.